В связи с жертвами теракта в Тегеране в посольстве Ирана в Беларуси открыли сегодня книгу соболезнований. Все желающие могут посетить дипмиссию и оставить запись в траурной книге до 17:00. Слова сочувствия родным и близким погибших высказал председатель Совета Республики Михаил Мясникович. Я еще раз хочу выразить глубокое соболезнование от имени Совета Республики, Национального собрания Республики Беларусь, от себя лично. Вот с этими трагическими событиями, которые произошли в вашей стране. Мы осуждаем эти акты терроризма. И я согласен с вашим утверждением, что мы должны объединять усилия для того, чтобы бороться с этим злом. Напомню, теракт в Тегеране произошел 7 июня. Вначале был атакован парламент, затем мавзолей имама Хомейни. Погибли около 20 человек, свыше 40 получили ранения.